решил записать короткое видео о том, какой снегопад у нас начался в Талсе. Честно сказать, за 3 года, что я здесь живу, почти 3 года, я еще такого снега здесь не видел. Вот хочу показать свою машину, вся в снегу. И сейчас покажу на Юлиной машине, какой слой снега где-то. Ну, сантиметров может 5. Но я слышал, что должно быть 10. Но все равно для Талсы это, конечно, большой снегопад. А мне радостно, я уже немного заскучал за снегом. Нормального снега очень давно не видел. Так что буду радоваться. В общем, еще хожу, смотрю, так сказать, наслаждаюсь снегом. Пока также жду Юлю, пока она выйдет. Машину почистил. Не хочу глушить, чтобы теплая была. Так что пока есть время ходить. А мы сегодня не работаем, как раз в связи с непогодой. Так как наша работа зависит от того, как будет на улице, какое состояние погоды. Поэтому мы сегодня не работаем. Кстати, что еще хотел сказать. Наверное, 2 дня назад у нас температура воздуха была где-то 73. Сейчас, для сравнения, днем, также днем, но хоть утро, но все равно днем температура 31. И это особенность Талсы, ну, я думаю, вообще штата Оклахома или центральных, может, других штатов, что погода может меняться очень быстро. Откуда ветер подует, такая будет и погода. И поначалу это очень непривычно. Например, если даже передают погоду дожди, ну, особенно я на дожди обращал внимание, то они могут, как сильно может меняться предсказание на погоду. Так что вот такая вот она, Оклахома. Все, всем пока, спасибо за внимание.